Документальный фильм «13 теней войны» телекомпании ТВ-21 стал победителем 16-го Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Моя провинция». Работа стала лучшей в номинации «Неизвестная война». «13 теней войны» — это история о том, как во время Великой Отечественной действовали на приграничной территории оккупированной Норвегии диверсионно-разведывательные группы, состоящие из русских разведчиков и норвежских патриотов. Фильм был создан к 70-летию разгрома фашистов в Заполярье и освобождению Северной Норвегии, которые отмечались в октябре 2014 года. Архивные документы, уникальные воспоминания свидетелей, работа над картиной длилась 3 года. Творческая группа побывала на местах событий в Восточном Финнмарке, встретилась с потомками тех, кто, укрываясь в голых холодных норвежских скалах, добывал ценнейшие сведения о расположении немецких частей, их коварных планах, кто ценой своей жизни приближал День Победы в Заполярье. Я не думаю, что это было приятное приключение, приятное купание. Поскольку воздух холодный, значит, вода схватывалась в лед, значит, одежда начинала ломаться. Вот, а потом промокшие, они куда-то там без костра, без ничего должны были добираться-то. Только лишь, наверное, спасло то, что люди все молодые, были здоровые. Ну и плюс внутреннее желание, необходимость выжить, борьба за живучесть. Фильм «13 теней войны», созданный при поддержке некоммерческого фонда «Щит» и Кольской ГМК, высоко оценило и международное жюри. В ноябре 2014 года авторы получили диплом первой степени на фестивале «Северный характер». Ведь в нынешнее время тема дружбы и взаимопомощи между русскими и норвежцами, которые наполнены военные события в фильме, весьма актуальна. Увидеть «13 теней войны», фильм «Победитель всероссийского фестиваля «Моя провинция», можно на сайте телекомпании ТВ-21.